Всем привет! В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас расскажу подробнее. В столице открылись две новые площадки для регистрации брака. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Зарегистрировать брак в современном лофт-пространстве и старинном ресторане 1913 года молодожены смогут уже в октябре. Начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова отметила, что необычные площадки продолжают открываться в столице в связи с высокой популярностью подобных мест. Заявление на заключение брака можно подать на портале госуслуг, а также во дворце бракосочетания номер 5. Заявление на заключение брака можно подать на портале госуслуг, а также во дворце бракосочетания номер 5 и в Нагатинском отделе ЗАГС. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!